приехали мы к этому древнему монументу. Здесь пещеры должны быть. Где-то мы его видели. Вон стоит красавица. Туалет там есть тоже, кажется. Так, вот оно. Это уже пригороды Пекина. Как называется город, не помните? Я без порогалки не смогу. Ну ладно. А я ее уже достаю. Вот он, красавец наш. Чжоукудань. Чжоукудань, да? Чжоукудань. О, господи, язык сломаешь. Вот он, красавец. Вот съемка пошла, да? Ну, то есть сначала вы отключите от видео, да? Сделайте мне парочку фото вот с этим, потом вот этим и этим. Потом телефоном. Потому что телефон быстро выключится. Вот это первое. Так. Угу. Я-то, наверное, по очереди просто. Да. Сейчас я видео отключаю, не, да? Не надо. Пускай идет. Да я кроме себя... А, вот теперь увидел. А. Теперь видео выключайте. Оль, я совершенно не... Так. Ну не знаю я, что я снимал тут. Только палец от объектива уберите. Так. А там еще и горы. Так, вот туда. Ну, тут очень похоже на эти. Пойдемте, наверное, надо билет купить. Так, вот такой парк. Еще музей какой-то обещали нам. Это такая крапива тут растет, однако. Вот это крапива. Ну, может, она не колет. Хотя там есть какие-то такие шипы. Не знаю, мне что-то экспериментировать не очень хочется. Кейс, пойдем сюда, здесь пещера. Она туда показывает, стрелка. Ну тут, наверное, не важно куда. А иначе как мы сюда потом попадем? Здесь просто ходим везде. Это Пиджин Холл там, а тут пещера. Вот, тут как раз вот это. Пекин Мэн Кейв. Вот эта пещера вот этого самого китайского мужчины. А там что-то с голубями связано. О, какие гиены. Смотрите, пожалуйста, мне. Ну, какие они. Недружелюбные. Ну что, пойдем в пещеру. Я, к сожалению, уже сотни снимков сделал. К сожалению, потому что... А что, нельзя другую карту купить? Тем лучше. Да? Конечно, отсортировать проще. Не знаю, я все снимаю. Вот она, пещера. Вот она. Ух, какие-то раскопки.
я, например, 100 снимков привезу, где-то вскоре по приезде их разберу. Я привезу 500, посмотрю с грустью, отложу на следующую неделю. Что с грустью? Потому что нервничать будет. А видео не делаете? Нет, пока нет. У меня большая коллекция фильмов. Я куда бы ни ехала, все снимала. Ну, вот потом, может быть, действительно хорошо будет посмотреть. Пещера открыта. У меня сейчас сортировка на очереди. Фото 90-го года. Да. Недавно взялся. Раньше как-то вот все снимали на пленочную, избранные как бы распечатывали, остальные оставались до лучшего времени. Ну, сейчас время есть, по чуть-чуть подтянуть. Не, а мне нравится видео. Я и сама клипы делаю, на YouTube публикую. А, вот она на какого. Ну это вообще интересно, смотрите. Вот это да. Читать, что тут написано? Вот этого пекинского мужчины, первый, first locally, so name Ape Man Cave, located slope Dragon of Dragonbone Hill. It's the most important locality on the site, since they were found two pieces of Pekin Man fossils, which belong to more than 40 inhabited stone tool. Nearly species of mammals fossil, species of bird. Это интересно. Description proper layer. Lay of brick was about thin. Black collapse bracer. Не, ну тут сплошные. Visor of collapse. Skull came from this layer. А вот написано, что этот самый череп как раз вот от, здесь нашли. С этого уровня. То есть в этой низине, да? Да, на этом уровне. Угу. Не сказано, какой именно. Написано уровень от 1 до 2. Какой из них какой, я не знаю. Но где-то здесь вот именно нашли вот эту голову. Не впечатляет. Голову, а то вместо синантропии поставили. Не то, что берегите, но... Имейте в виду, что здесь узкий потолок, и вы можете ударить свою голову. Вот что здесь сказано. Майнд это вообще иметь в виду. Дословно имейте в виду свою голову. На русский так не перевести. Какая пещера. Это что сюда кейфмен сидит? О, вот у меня они. Голубчики. А вот мы и вышли назад. Эти. О, а вот здесь вот на меня снимет. Да, у меня тоже. Это в музее. Вот тут, наверное, как раз эти кости. Так и представляется. Чашка чая в руке. Точно. А что, сесть здесь нельзя? И что здесь такое? Это вот тоже ЮНЕСКО с 1987 года. Зубы нашли. In the early excavation. Это первое, что они нашли. А вон тут они их искали. Рад.
сверху. Мао Цзэдун. Так, а это тоже их, да? Tools used in the Eurex Collision. А нет, это они, да. Я понял, чем растут. Да. А, вот череп. Или что это, рога? Гиена, наверное. Гиена, да. Не вижу. Вот нашли череп оленя. Locally, middle of Pleistocene. Pleistocene тоже какая-то древность. Taxon Age, middle Pleistocene. Reichmanos, Grey, Silk Deer. Тут тоже. Или что это нет? А, это человечки. Да, там бегство от гиены, как они в пещеру от них убегали. А, вот да, теперь нормально вижу. Ага. А. Да, интересно. Как-то они так на компьютере сделали. И может еще управлять тут можно? Да. Ну молодцы какие. Черт. Гиены нападают. Ой, точно. Сейчас, наверное, повтор будет. Вот. Ага. А сейчас за ним две гиены бросятся. Так, оглядывается на них. Так, побежал, побежал. Вот они. Аж вот. Они еще и лают? А что, гиены, они как собаки, что ли? Похоже, вроде бы. Лают, как собаки. Семейство одно, гиены, шакалы там. Они их ели, что ли, гиен? Люди? Да нет, гиен, это мясо вроде противное. Но они в хищниках, собак, то ли, скорее всего, любят. А это кто такие? Пей Джин Пикинмен. The founder of Pleistocene Archaeology in China. А, вот он открыл. Founder of China. Тут еще какой, да? Сейчас прибежит. Ну что, хорошо сделали, даже очень. Я вот не пойму, это компьютерная обработка, вот этот мужик, или конечно, какая-то кукла? Ну вот это настоящее. Там что, экран, что ли? Как так они сделали? Что-то не видно там, чтобы экран-то был. Кажется, это типа мультипликация.
Так не могу понять. Или экран. Как вы думаете? Я думаю, трехмерное видео. То есть это должен быть экран, да, там между ними? Наверное. Угу. Вон хаина идет. А это саблезубый тигр, наверное? Нет. Или гиена? Не гиена, наверное. Тигр в хвосты длинные. Огнем они их пугали. А. Серьезно. Пасть надо совать. Ну вот, как человек спасался, без оружия. Да. Конь. Человеческое состояние. А здесь, наверное, что-то с рыбой. Нахаман. Экскавейшн делает какого-то периода. Минул. Что там, в гольф, что ли, играет? О, какой! Это вообще медведь какой-то. Это точно экран, это видно. Это не так хорошо сделано. Да, вон, видно. Так, а что за зверь-то? Хоть не знаю, тут медведь. Может, панда? Да панда, они ж не хищные. Может, тогда были хищные. Деточка питается. Ну, такие ленивые. Ну, там что-то было про них сказано, что они защищаются, в общем-то. Ну, когти-то у них здоровые. Зубы у них острые также. Ну, и когти по деревьям лазить-то нужно. Что-то думает он долго. Думает. А, это он тебе делает лук. А луков тогда не должно было быть. Ну, копье. Что-то острое. А чем скребает? Камнем? Лук долго-долго придумать не могли. Да. Вот кто это? Ну что, съел что ли? Победили. Оба. Тигры-то медведи, все. Да какие-то два милых семейства. Тут уже что-то поймали. Дайте взять что-то. Рыбу ловят с дорогой. Карты играют, что ли? Нет, в прутики. Что делать непонятно. Эти вообще куда-то исчезли, потом появились. Что-то непонятно.
А вот это и есть скелет, который нашли, или это подделки? Череп-то должен быть. Пикинмен, да. Да, вот именно, где сам Ява-мен? Это на Яве вообще, причем здесь Ява? А это Пикинмен. Вот, это нашли в 30-х годах на острове Ява. Это же четко муляж. Тут и другой. Да. А может, их просто обработали? О, какая картинка. Hunting the way of life for picking men. They not only hunted such small animals in the sense that but also was able to hunt such things as deer, wild horse, wild boar, buffalo. Вот. Physical characteristics. Many human fossils have been analyzed from the Pekinmen site. Many monographs and articles the materials have been published. The human fossil material found so far are just below complete, nearly complete skull caps. Да, говорят, что натуральные. Nothing teeth. А вообще, может, и правда? Говорит, что вот современный человек. Вот этот современный, а этот всегда исторический. А вот горилла современная. Ну, сказал так, все вперед выдавать. Да. Здесь он такой обезьяны. Мозгов по объему побольше стало. Да. Тоже по объему. Да. Все-таки огонь это они изобрели, а мы только его совершенствуем. Насколько мы всего изобрели, до чего они не додумались. Нет, ну они кардинально изобретили, они огонь научились добывать. А мы его совершенствуем методы добычи, вот до ядерной бомбы. Да. Собачка еще там. Хаим, что ли? Таксон. Что ж такое таксон? А, ну, наверное. Да, вот она. Камень. Таксон. Саблезубый тигр. Хаина. Вот она. Слоны. Скинули на регенерал. 50 years before present. 500 тысяч лет назад вот так здесь было. Вот и деревеньки, где мы сейчас находимся. Тут еще и горы. Так, вот она. Апоки.
Restoration of Africa of Man, вот так называется он выглядит. Ничего. Вполне современный мужчина. Даже больше похож на европейца, чем современный китайец. Украшения из костей ракушки. Зайчик. Леопард. Скал. Эрик скал ищет собаки. Это медведь, бурый медведь. Браун бэр. Мишка. Human tooth. Okay. Process of human brown brain evolution. Так, ну сначала он был такой. To my Australorhynchus. Сначала была обезьяна, обезьяна. Homo habilis. Homo erectus. Homo sapiens. Homo sapiens. Миллионов ago. Вот они. The evolution of human beings divided into four stages. Ape. Homo. Ancient ape. Сначала вот так. Варанти. Сначала была вот такая вот обезьяна. Потом вот такая стала. Homo sapiens. Late Homo sapiens. Modern man.
Вокруг этого музея вообще раскопки сплошные. Что ваша карта показывает? Она показала, мы здесь, да? Да. Ой, это же вход. Ну, надо вверх идти. А, тут гора, время. Наверное. Цикада? Да. А город как называется? Мне кажется, что город называется Цикада, нет? Нет, город... Ну, город Новополудань. А тут еще горы. Это мы в горах, что ли? Ой, я хоть знала, другую обувь бы одела. Это вообще похоже кладбище. Да. Это нам не тут говорили, а это нам в Японии говорили. Еще одни мужики. Женщин нет, что ли? А, мемориал ученых. В общем, тут похоронены все вот эти вот археологи и ученые, которые занимались изучением этого края. И тем не менее, это... Такой долины, оказывается, стоит. Мы поехали север к стене, там горы начались. Сейчас вот на юго-восток, на юго-запад, это тоже горы. Да, они сказали. И стена идет вдоль гор. Какой-то исторический. Ну что, смотрите, как красиво сделано. Как избушка. Крыша прекрасная. Ага. Чудо вообще. Смотрите, на фоне гор. Давайте я сниму с такого туалета. А я сниму. Снимите. В этой долине, представьте себе, много-много-много тысяч лет назад здесь водились носороги, тигры саблезубые и человек такой несовершенный, простым копьем, простой веткой гонял за ними. Единственным спасением был огонь, который тоже не так все просто добыть из камушков-то. А вы можете из камня добыть? Огонь, Александр. Не приходил? Вы вроде по ходу ходили. Нет? Ну, под любым дождем и развести костер могу. Могу. Как красиво. Не, не этим. Сейчас я другой там. Ага. Это звуки.
Еще наверх. Так мы до самой горы дойдем. Или вы уже устали? Да я уже не устал. Просто хочется знать, где идем. Мне кажется, что она нас в конце концов приведет назад. Вы же помните, там был вход и выход. Да нет, не в том дело, что я заблудился, боюсь. Возможно. Ну, конечно. Мне кажется, здесь маршрут запланированный. Вот эта вот дорога как построена, надо просто ей следовать. Не совсем. Мы уже две развилки пошли. Нет, развилки, если заметили, да, вот там-то развилочка была. Она нас назад привела сюда все равно. Вокруг обошла и привела сюда. Вот, наверное, уже мы до самого верха почти дошли. Дальше уже, наверное, идти-то некуда. Да, это конец. Вот это Китай. Это я понимаю. Какие камушки. Можно сесть. Александр, а вы куда пошли? Александр? А, вы по этой дороге пошли, да? Где? Слева. Да. Черная площадочка. Тупик. Ну тогда не пойду. Уверен? Если выход. Ой, смотрите, какое зеленое дерево. Или оно не натуральное? Вот прямо перед вами. Искусственное, что ли? Наверное. Какой-то прям не натуральный цвет у него. Ой, а там какой-то пруд или что-то озеро. Ой, господи, искупаться, да? А я, кстати, купальник с собой взяла на всякий случай. Думаю, может, искупаться где будет. Да нет, там ни одной нет. Там, если я в воду лезу, мне как-то ненормально смотрят. Так что я ограничиваюсь морем. Вот. Просто это видео. Угу. Так, просто берите и снимайте. Я хочу спросить, пойдет ко мне, что ли?
Да. Пока не споткнусь. Ну это издали еще видно было. Так, у меня звонок, я пока выключаю. Перевалило. В Китае 50. Ну откуда столько планов-то здесь? Так, вот там какие камушки. А там пещера какая-то. Там пещера, кстати. А-а-а. Не пойдете? Сейчас покурю. Если не пойдете, то сумку оставлю. Да. Ну да. Нет, тут дверь. Тут пещеры нету. Дверь. Не знаю, что же они тут сделали в этой. Интересно, что у них здесь. Ха, дверь, надо же. В пещере сделали дверь. Уж не домик ли у них тут? Закрыли. Дверь, да еще. Дверь, да еще и заперта. Это кто-то сосед. Не, знаете, это, наверное, это самое. Это не настоящее. Тут видно, налито. Это у всех кто-то такое жилище смастерил. На этом стоит. Угу. Просто снимайте меня пальчик себе. Видео большое. Угу.
как раз по... Ой, сейчас я ветерок пойду. Каракатицы плавают тут везде. Чуть-чуть подальше отойдите, пока я тут вылезать буду. Это особый случай. Ну, хочется ноги грязи. Как меня в дракам. Все, спасибо. Просто нету, да? Зашли за пределы. Где-то за пределы. Да, ну как же все-таки сюда машины-то пропали? Если мы внизу, не кругом ступеньки, горы, а две машины стоят. Ни дорог, ничего. А, дорога есть, да? Ну давайте по ней пойдем тогда. Куда-нибудь выведет. Но ступеньки неохота, они нам еще дальше в гору поведут. Давайте по дороге. Но даже если дорога и есть, как по такой дороге машина вообще может проехать? Есть камни сплошные. Давайте посмотрим, что за строение. Вот эта вот землянка такая же была. Давайте зайдем. А, здесь туалет, кажется.